новости предоставлены Нижегородским телеграфным агентством. Внимание! Сегодня, 30 сентября, газета «Биржа» представляет интервью Дениса Бессонова со звездой европейского футбола, игроком великого итальянского «Милана» и сборной Грузии Кахой Каладзе. Не пропустите! А я напоминаю, что выпуск новостей предоставлен Нижегородским телеграфным агентством, а новости о радио «Европа плюс Нижний Новгород» вы узнаете на сайте.